Короче, ребят, всем привет, меня зовут Даша, вы на моем канале. Видите, здесь сейчас просто фон такой очень-очень непонятный, потому что я сейчас... Так, наверное, пока убираем, воды туда не разбить. Все. Потому что я сейчас, понимаешь, очень интересные вещи. Я наклеиваю солнцезащитную пленку на окна. Блин, а как... И как сюда залезть? Скажите мне. Ага, через стул, наверное, да? О, я боюсь того, чтобы главное стул не рухнул, потому что я очень этого боюсь. Вот. Я навела здесь порядок. У меня теперь чисто. Вещи не разбросаны. Большой плюс в этом. Вот. Но зато теперь мне самое такое сложное. Мне нужно солнцезащитную пленку на окна подменить. Хотя бы в этой комнате, потому что Ёшка хоть и говорит, что стены все равно будут нагреваться. Да, вот, конечно, но... Ну, то есть стены здесь нагреваться в любом случае будут, но хотя бы окна будут хоть немножко защищены. Видите? Такая пленка. А, написано, что ее не нужно приклеивать клеем. Это что раз не защитно? Что ее клея нет, только скотчем. Ладно. Значит, это. Только скотчем. Значит, только скотчем. Все. Ух! Теперь. Снимаемся. Ой. О. Отлично. Так, теперь здесь ничего. Вот так. Там потом обрежем сейчас. Окно будет, кстати, вроде как должно быть теплым. А комната не прогреваться. Вот. Теперь чего берем? Теперь. Вот. Ага. Теперь нужно как-то здесь аккуратно пообрезать. Ага. Я и аккуратно пообрезать, конечно. Я и аккуратно пообрезать, это только в каких-то, знаете, снах. Блин. Давайте ножик возьмем. Это будет действительно удобней. У меня плохо сейчас видно. Ну, ребят, я вся потная. Я вся... Я вся потеющая, просто по полной. Извините, у меня уже тошнит и носит от всего с этой работы, но ее нужно сделать. Потому что простое русское выражение, а кто, если не я, да? Ну, я не знаю, кто. Сима, не надо. Нет, Симушка. Блин. Слава богу, что не телефон. У меня мой телефон. У меня устройство падает, но не часто. Вот я об этом говорю. Что слава тебе, Господи, что оно на телефоне. Телефон не упал. Сумка пойдет, поинтересуется, что там упало. Я, видите, здесь ложка на работу просто ускакала. Мне нужно эту пленку повесить.
Оно, о, пленка горячая, кстати, уже стала. Но будет ли какая-то защита на окнах? Не знаю, давайте смотрите. Давайте мы это. Давайте мы. Давайте мы попробуем это склеить хоть как-нибудь сейчас. Опа! Да, теперь вниз. Блин, жарко. Я от жары так. Прикроем это все. Вот так. Блин, правда, единственное, что а светло будет? Нет, пока вроде как. А. Вроде как более-менее светло. На этих окнах. Более-менее. Да. Блин. Блин, я не умею ровно приклеивать, конечно. О, я тут еще склеивать. Давайте еще один уровень отрежем. Ой, оу. Блин. Еще как-нибудь сейчас отрежем. Не совсем ровно, но лучше, чем было. Все. Вот этот вот более-менее приклеился. Слезаем. Если мы даже на кухне приклеим окна, то хотя бы здесь их подклеим таким образом, то это уже будет лучше, чем ничего. Все, ребят, не идеал, но теперь вот у нас здесь есть штора, которую нам тоже нужно зацепить сейчас будет. Ну не штора, а на окне. Ой. Пипец просто. Когда же эта жара закончится, да? Знаете, я слишком надеюсь и верю в чудо. И в то, что заклеив окна, в этой комнате будет меньше жары. Я очень это верю. Хотя я не уверен, что это сработает. Давайте. Ладно, давайте встанем и, короче, попробуем еще поклеить. Итак, я сейчас готовлю картошку жареную, но только я не обычным вариантом режу, а нарезаю, видите, вот такими вот этими полукольцами. Так вот, хотелось бы поговорить. Мне написали, ну, ответить на комментарии, что мне написали, кто одевается красиво, еще что-то. Видите ли, есть одна
такая проблема, что для каждого красота это разные вещи. Кому-то нравится, для кого-то красиво роза, а кто-то скажет, фу, розы, мне больше нравятся тюльпаны, да, там. И опять-таки, у каждого понятие красота это разные вещи абсолютно. То есть для кого-то, что для одного красота, для другого может быть абсолютно не красота. Мне нравится тот стиль, которым я одеваюсь, в принципе, там прически и все такое. Я не крашусь, да, но я ухаживаю за собой в плане, я мою голову, там, я чищу зубы, я умываю свое лицо от прыщей и все остальное. Вообще красота, это такое довольно обширное понятие. Нету понятия красота это, потому что для каждого это свое. Кому-то стиль в одежде будет нравиться, там какой-нибудь рок-стиль, да, и красиво будет, когда в черной одежде он будет ходить, или она, и так далее. А кому-то, наоборот, будут красиво там платьишки, цветочки и так далее. И, собственно говоря, для каждого понятия красота – это настолько вот разные вещи. У меня есть одна знакомая, лучше бы я с ней не знакомилась в этой жизни. Я просто виню себя и жалею себя за то, что я с ней, собственно говоря, познакомилась, что... Так вот, мы на позапрошлое Рождество с Лёшей, когда были, значит, мы после службы решили зайти в гости к ребятам, знакомым. Там была эта женщина. Она открыла дверь и встретив нас голой, полностью. Ну, то есть, понимаете, без трусов, без лифчика, без одежды вообще. А она весом в 100, ну, короче, больше, чем Лёша, 100, я не знаю, килограмм. Но эта туша больше, чем Лёшка в разы. И она встретила нас голой. Более того, выяснилось при общении с ней, что она считает, что ходить голой – это прилично. Она может в метро ехать без трусов, но в платье, например, и расставить ноги, и все будут это видеть. Как бы. Ну, я, например, это красотой не считаю, и ее зовут Оля, так что, Оля, если ты это смотришь, задумайся хоть на минуточку. Я ей постоянно рассказывала, что так нельзя, но... Но как бы ладно, хозяин барин, живите как хотите, есть хорошее выражение. Вот, и, собственно говоря, я не считаю это красотой, понимаете? Но вот она считает. Для каждого понятия красота, аккуратность и все прочее, это абсолютно разные вещи. То есть, если она считает красивым ходить голой по метро и везде, то я как бы так не считаю. То есть, для меня все-таки красота это несколько другие вещи, несколько, скажем так... У меня красота это несколько иначе. Люблю свою картошку крутить, когда готовлю. Вот. Да, у меня на данном этапе жизни я не покупаю дорогую там брендовую одежду, но ту одежду, которую я ношу, это в принципе нормально устраивает. То есть все отлично, все как бы. Все как бы, я ж не хожу грязной, понимаете, я не хожу усратой, там, как заморашкой и так далее. Я хожу иногда грязной, как вы знаете, вот девочки, вот вопрос к вам, кто из вас это самое, как сохранить летом волосы нежирными, потому что ты помыл голову, тебе утром сегодня помыла голову, посмотрите на нее, вы хотите сказать, она чистая, а я нет. При том, что я просто пару часиков походила, поубиралась в квартире, соответственно, очень сильно вспотела, и все. Моя голова уже грязная. И вот, соответственно, тогда вопрос к вам. Может, кто-то из вас знает секрет? Потому что я таких секретов не знаю. Как в такую погоду, как вот сейчас, а сейчас такая погода, довольно жаркая, сохранять красоту волос, в частности. Потому что волосы – это... Одно из болезненных для меня вопросов, потому что они и когда холодно, очень сильно жирнятся. Ну и когда жарко, это просто капец какой-то, посмотрите. Я когда холодно, я мою голову 2-3 раза в неделю, и они у меня успевают зажирниться. Вот, а когда жарко, так еще чаще. Вот. Почему я так толсто режу сало, да? Потому что я хочу жареную картошку на сале и сготовить. Обжарить сам, туда картошечки, кстати, туда еще грибочки, хотя я не знаю, как грибы будут сочетаться с салом, честно, никогда не пробовала, но почему-то очень хочется попробовать, проэкспериментировать, вот. Тем более у меня просто есть остатки грибочков, и таким образом картошка получится, собственно, такой, супер сытненькой. Так, вот, да,
Вот. Да, блин, не могу найти зажигалки, понимаете? Вот у меня была зажигалка именно кухонная, нормальная такая, с длинным этим. Куда я ее положила, я честно не помню. Я вот хожу еще уже третий день зажигалку. И у меня с антипритарным покрытием, поэтому я могу сразу положить, чтобы жир вытапливался, кстати. А кстати, да, почему бы и нет? Оно же не пригорит. Я просто... Сковородка антипригарная. Я взяла Лёшку зажигалку пока зажечь, а потом найду свою, которую кухонную, и тогда... Она у нас есть, я просто не помню, куда я положила. Нет, я могу попросить Лёшу, он с удовольствием ее купит. Но просто я считаю, что зачем покупать еще одну зажигалку, если... Если можно просто вспомнить, куда я положила старую, где-то же на кухне, вероятно, лежит. Просто вспомнить, куда я положила старую, и тогда... Я попыталась подключить пылесос. У нас на балконе лежит из новостей не рабочий. Ну, я так поняла, что он уже не рабочий. Ну, не поняла, а разобралась и так далее. Потому что я подумала, что раз он лежит на балконе, может быть, он рабочий, может, хоть как-то. Не, ребята, к сожалению. Оказалось, там, короче, кто разбирается, естественно, вы меня поймете, а кто не разбирается, ну, что я скажу. А если вы не разбираетесь, ну, не страшно. Как бы. Там катушка двигателя слетела, и проблема катушек, посмотрите, какой он гриб. Посмотрите. И проблема, короче, катушек двигателей, именно пылесосов, в том, что их так просто починить нельзя. Для того, чтобы починить катушку движка, нужно полностью менять весь двигатель. Потому как если не поменять весь двигатель, то катушка никак не починится. То есть разобрать двигатель практически невозможно. И разобрать его так, чтобы... Ну, сгорел, короче, двигатель. А разобрать его так, чтобы поменять эту катушку... тоже нереально. В общем, если будут какие-то более крупные, я буду так оставлять. Мне кажется, это будет прикольно. Более крупные, более мелкие такие, знаете. Я хочу на этот раз покрупнее, чтобы кусочки такие были. Лёшка придет, несет мыло женщине, которую мы сильку брали. Я хочу покрупнее порезать, поэтому я не сильно стараюсь мельчить. В прошлый раз я очень-очень мелко порезала, и гриб почти не ощущался. А в этот раз я хочу... Так, не, я думаю, что все-таки масло я чуть-чуть таки добавлю. Потому что... С учетом этого сала жир не хочет появляться. Свечки. Мне очень нравится из грибов, особенно в жареную картошку, опята. Но мы вот это когда были, с Озерской ехали, когда были в храме, то опят мы не видели. Мы нашли вот лисички. И как раз хорошо. Воу! Воу! Поэтому мы взяли лисички сейчас, а потом, если где найдем такие, знаете, лесные опята, то мы обязательно их... Опа! Эй! То мы обязательно наберем лесных опят. А пока что... что сейчас, ребят, полная сковородка грибов, сейчас я вам покажу. Вот, видите? Но вы не думайте, картошка поместится, потому что грибы имеют свойство пускать много-много сока и вытапливаться. То есть они хорошо убирают в себя все. Правда, я не уверена, грибы с салом, это нормально вообще? Это вкусно или нет?
Я никогда грибы сам не готовила, и я не знаю, как грибы с чем, ну типа. Можно ли грибы готовить сам? Или все-таки я как-то сейчас что-то непонятное делаю? Такие, знаете, эксперименты. Грибочки. Не, ну вау! Грибочки пахнут вкусно начали. Вау-вау-вау! Вау, класс! Пускай же вытапливаются. Так, у нас кулечек есть. Потому что я всегда очистки скидываю в раковину. Изначально, как я уже и рассказывала, интересные методы. А потом в кулечек. А с кулечка сразу в мусорку. Если очистки от любого овоща хранятся в кулечке, то там, во-первых, не заведутся мошки, а даже если они заведутся, они по всей квартире не разлетятся, у вас не будет. Блин! Ребят, вот вы имените свойство падать телефона, да? Сейчас. Руки просто мокрые. Не могу так быстро подойти к телефону. Вот. Здрасте! Телефон упал. Здрасте, мордасте. Так вот. О чем я? Я о том, что если складывать вот очистки вот в пакет и завязывать, то мошки там не заведутся, но а если все-таки случится так, что мошки завелись, то они в пакет никуда не денутся. Абсолютно никуда. Жидкостей пошло от грибов очень много. Но мне нужно их ужарить, потому что... Так, где? Я хочу мяска попробовать. Салка. Хорошо прожаренного. Все, и пусть грибы вытапливаются столько, сколько им надо. Кусок в грибе. Блин, ну не дают же доснять. Короче, я дожариваю картошку. Ну как? Уже начала жарить, она переворачивается. Вроде как вкусно получается, смотрите. Она что, не может так? Он сейчас упадет. Блин. Ладно, давайте вам покажу так. Вот такая красота, ребят. Сейчас получается. Я же вам комнату не показала. Помните, какой там был бардак, если помните? Сейчас тут кот лежит. Та-да-да-дам, 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 та-дам, 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 та-дам. Все. Вещи по шкафам. В комнате чисто. Это значит, что... А что это значит? А это значит, что... Блин, и где штатив? За штативом хожу. Тут кот. Там кошки, вон, видите, вообще. Конечно, я плохо разложила, понятно, что оно все бардаковое немножко лежит. Но, блин, нужно было хотя бы из пола это все убрать. А потом уже... В общем-то, слава богу, удалось из пола все пораскладывать. Так. Что довольно прекрасно. Лёшка пришел, я спустилась только что вниз, этого не показывала. Но Лёшка пришел, и я отдала ему мыло, он понес женщине отдавать мыло. И сейчас это... Сейчас он минут через 15-20 придет, потому что я его еще в магазин отправила за фаршиком. Потому что я решила, что котлетки это очень удобно, их несколько дней хватает обычно. Если по две котлетки на каждого за один прием пищи, то как раз прекрасно. Хотя мы такие, что мы можем все котлетки за один раз, не дожидаясь гарнира. Сожрать и все.
И фиг нас потом кто остановит с этими котлетами. Что я котлеты люблю. Я что-то в последнее время, если раньше я любила больше чистое какое-то мясо, в последнее время меня потянуло на всякие изделия из фарша, паршивые какие-то изделия, там котлеты, тефтели, еще что-то. Но не знаю почему, это вкусно. Картошка мягкой становится, класс. Я обожаю жареную картошку. Я решила целую сковородку нажарить. Она сегодня будет, и на ужин останется, еще на завтрак останется. Тут просто не заморачиваться, реально. Блин, а мне еще свет так светит, интересно, еще все потное, понимаете? Каждые полчаса бегаю в душ, потому что никакого пота стекает. Просто. Пот, не вода, пот. Капец, просто. Лёшка мне еще напишет, когда он придет, потому что мы посеяли домофонные ключи. Лёшка напишет, когда придет уже домой. Для того, чтобы... О, а где кадр? Ух ты. Прикольно. Короче, для того, чтобы я спустилась и ему открыла. Не с моей ногой, конечно, на четвертый этаж телепунькаться, но... Но! Надо Лёшке открыть. У нас был один единственный домофонный ключ, поэтому так и получилось, что... Ох, блин, отправила Лёшку в магазин. Пошел. Пипец. Не, я люблю, конечно, дочь, но когда я отправила Лёшку... О, блин. Но когда Лёшку в магазин отправила, он по этой улице сейчас идет. Я представляю, что там сейчас... Аккуратно. Смотрите. Пипец, блин. Просто пипец. Как? Только что ничего не было, никакого дождя, вообще никакого. Ничего не предвещало о том, что вообще будет дождь. Было жарко, солнечно и все прочее. А тут бац, а ну посмотрите, как оно льет, а? Это капец. Блин. Если б я знала, не отправляла бы Лешу вот это в магазин. Ну кто же знал-то? Кто же знал? Один Бог знает. Что в этом мире хорошо, а что плохо. И кому хорошо, и кому плохо. Ребят, ёпар, что это? Если я сейчас открою, к нам польется, я это прекрасно понимаю, но... Но... Как бы... Ну, что вам сказать-то? А я не знаю, что сказать. С такой погодой? Ёпали! Ребята... Реально, смотрите сюда. А-а-а-а-а. Если я телефон вытащу, он сразу мокнет. Заметно, да? Главное, чтобы отсюда течет ливнем просто, ручьем. Здесь трындец. Блин, с каждой минутой еще хуже. У нас еще и туда стекает вода, потому что там окно открыто, надо его закрыть. С каждой минутой еще хуже и хуже. Капец. Просто капец. Если хотите узнать, как у нас дела, вот. А самое главное, что... О, а там, по-моему, солнце или луна. Это... Короче, я отправила Лёшку в магазин, и если бы я знала, что такое начнется, ну такая херня началась. Извините, конечно, за такие выражения. О, еще сильнее, слышите? Оно прям ветром вдувает и еще сильнее начинает. Блин. И если бы я знала, что такая фигня начнется, я бы Лёшку не отправляла ни в какой магазин. Но откуда ж я знать-то могла? С крыши? Не знаю, видно, нет? Короче, слава богу, вот это отправила Лёшу в магазин, не зная, что такое произойдет. Вы там как? У вас там чего? Нормально все? Или такая же? Божья милость! О! Так оно там еще водой течет? Рекой просто, боже! Я люблю дождь! Вот люблю дождь, я люблю любую погоду. Как говорится, у природы нет плохой погоды, каждая погода хороша. Дождь лететь в любое время года, нужно благодарно принимать у Бога. Да. Было жарко, жарко, умирали. А теперь вот Господь дождика дал. И слава тебе, Господи. Буря, дождик. О, Боже, еще сильнее, кайф. Блин, конечно, мне нельзя в окна стоять, когда такой дождь, но как бы... А теперь мне еще нужно там как-то закрыть через эти прогалины. Ну ладно. Кайф. Блин, жалко, что Лёшка сейчас в магазин пошел, потому что... Опа. Все, прикрыли. Блин. Вот отсюда, из окна.
как. Будет видно, как оно стекает. Нет, у нас еще и окно не открывается. Ладно, вот так покажем. Видно? А? И куда оно стекает? Капец! А, блин. Просто реально капец. Короче, ребят, я надела кучу видеошортиков на то, что сейчас происходит. И хочу спуститься и все-таки с улицы показать. Это будет выглядеть более эпичней, чем с квартирного окна, потому что там такое, что просто капец. О, блин, вот этот штатив, у него есть этот минус, который, когда оно так съезжает. Блин. Поэтому хочу просто вам показать сейчас, что там происходит. Я уже на втором этаже. На первом спущусь, открою и просто покажу вам красоту. Вот такая вот у нас фигня. И такая, конечно, может чуть эпичнее выглядеть, но все-таки такая фигня. Смотрите, дождь. Такое, что от этого дождя, видите, даже на земле просто течет настолько, просто ручьем, рекой. Это что-то с чем-то. Капец. В общем, я домой, потому что жду Лёшку, потому что реально холодно. Короче, мы собираемся с Лёшкой в магазин. Лёшка вернулся с работы. Мы поужинали той картошки, которую я жарила. Сейчас мы собираемся в магазин, потому что Лёшка хочет себе колы взять. Я, вероятно, хочу себе пачку каких-то чипсов взять, потому что мне еще сегодня немножко домонтировать нужно. А в связи с тем, что мне это нужно сделать, то, естественно, что мне нужно чем-то хрустеть, пока я монтирую. Я даже знаю, какие чипсы возьму. Ну, как бы, в зависимости, куда мы опять-таки пойдем, пятерка, и там в стороне пятерки эти чипсы есть. Вот. Ну, правда, очень жарко, видите, я вся употевшая, если сейчас я еще водычкой кофтну, глотну. И поскачем с Лёшкой. Вот. Как-то так. На улице дождик прошел. Должно быть, кстати, прохладно. Возможно, это меня освежит. Очень на это надеюсь. Короче, ребят, мы стоим возле Дикси. Скоро будем двигаться домой. Вот, я хочу закончить это видео, этот кадр как-то красиво. Ну, как раз вот Дикси на фоне. Здесь вроде как цветок хороший сейчас. А как тут? О! Нет. Просто понимаете, у меня не камера, у меня нет хорошей камеры. Хорошая камера, даже бэушная, которую я хочу, стоит 10 тысяч. Я надеюсь, что... Извините за вот это качество съемки. Я надеюсь, что когда-нибудь мы заработаем десятку и купим... Ну, десятку, которая будет чистой десяткой, которую не нужно будет тратить на продукты, на котов, на там проезды и на все остальное. И мы сможем купить камеру какую-нибудь, там, DJI Osmo какой-нибудь и так далее. Но это когда-нибудь в далеком-далеком будущем. Сейчас пока не уверена. О, а вот так лучше, кстати, если я повернута. Да. Да. Вот, мы сейчас с Лёшкой собираемся домой идти с Дикси. Дикси закрывается в 23, но мы в него сходили, все купили, что надо. Вот, здесь я для монтажа снеки купила, мы колы купили, Лёшка себе взял, я молока взяла. Почему я взяла молока? Потому что я закажу, вероятно, только завтра. А если я закажу только завтра, то... Как это сказать? То приедет оно, вероятно, аж послезавтра, и поэтому... А сегодня молоко нужно там пить, Лёше в кофе и так далее. Поэтому в чай, поэтому пока так. Ну, а сейчас мы будем просто двигаться домой, я буду монтировать видео, мы будем отдыхать, Лёша уже готовится ко сну. И это видео я буду заканчивать, поэтому всем пока, всем хорошего настроения, всем радости, мира душевного. И подписывайтесь, если вам интересно меня смотреть, и комментируйте. Если есть кто-то из Козельска, ребята, если кто-то меня смотрит, пишите, может быть, я вообще вам встречу сделаю, если хотите. Напишите просто в комментариях, сколько вас, и может, мы зафаним где-нибудь. Просто я еще не знаю, что здесь в Козельске за какие-то клубы, может, или что-нибудь еще есть. Может, мы вообще вечеринку сделаем. Это не важно. Всем пока. Это видео я точно буду заканчивать, поэтому всем хорошего настроения.